создал меня, Господи, Ты помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешника. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную и не имеющую порока, и Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувим, и достойную большего прославления, чем Серафимы, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силы честного и творящего креста и святого ангела моего хранителя и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человека любец. Аминь. Аминь. Царь небесный, утешитель, Дух истины, вездесущий, весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Аминь. Став после сна, мы припадаем к стопам Твоим благим, и ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спастиря сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно привез судья, и деяния каждого обнаружится, со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою, и открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце.
и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Восемьдесят восьмой псалом. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу моему, навек утвержу семя Твое, в рот устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых. Страшен Он для всех окружающих Его. Господи Божий сил, кто силен, как Ты, Господи? Истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны его, ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного, крепкую мышцу твоей рассеял врагов твоих. Твои небеса и твоя земля, вселенную и что наполняет ее, ты основал. Север и юг ты сотворил, Фавор и Ермон о имени твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота – основание престола Твоего, милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи. А имени Твоим радуются весь день, и правдой Твоей возносятся. Ибо Ты – украшение силы их, и благоволению Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш, и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым Илием моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу перед ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реке десницу его. Он будет звать меня, ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой, и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои, и повеления мои их не сохранят. Посещу жезлом беззаконие их, и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, передо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего.
пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищает его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю. Сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истину твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мой недостойный уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав от сна я посреди ночи, приношу Тебе песни, спаси, и, припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мной добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, и веди в царство Твое вечное. Ибо Ты, мой Творец и источник, и податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, сил бесплодных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земли, наблюдающий сердца и помыслов, и ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мысль прожить всю ночь,
здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славы воздать каждому по делам его. Да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей его, и готовыми войти с ним в радость и божественный чертог славы его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица твоего. Ибо ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешным, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и содел меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, и все скверные, лукавые, хульные помышления несчастного моего сердца, помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Ольга, Анатолий, Галина, Георгий, Екатерина, Елена, Ирина, Олег, Сергей, ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего. Ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов. И сохрани силой креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного. Игнатия, исцели Гласову, батюшку Якима. Господи, помилуй родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан, подай им Твои земные небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи силу Твою, дары им здравия и спасения души. Ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, прости им все грехи, вольные и невольные, и дары им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем херувимы, несравненно славнейшую,
ежели Серафимы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже, наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие, душевное, телесное, успех, труда. Избавь их от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, возри на детей наших. Ниспошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и освоили изучаемые им предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближних и во свое спасение, потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносят всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 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 Молитесь. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диомида, Тихона, Антония, священный Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосиму, Алипия, Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска, Корнелия, Александра, Диодора, митрополита Тихона, и весь священнический и иноческий чин, и нам дай еще священник, если угодно Тебе, Господи. И пошли добрых миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Смири власть и воинство их, наведи страх Твой на них. И через них сотвори благое Церкви Твоей, дабы издавали мудрые законы, дали достойно жить людям, чтобы было еще уделять нуждающимся. И сохрани их от покушения на них. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Дагана и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Слава Тебе, Господи, за эту тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и Ты уже присылаешь. Помоги прожить этот день безгрешный, не нарушая заповедей Твоих. Сохрани нас от непосильных искушений. И защити, Господи, жилища наши и селения от пожара, от воров, от нечистой силы, и живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серафима, Владимира, Людмилу Бодащую, Любовь, Владимир, Алексей, Иосифа, прищи добрые жители с детьми, любящими, знающими уставы Твои,
и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадрик, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину. Побуди всех на проповедь благовестия. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, несчастного этого Рустика, найди. И даруй добрую веру Самире, Тимуру, дабы верили в Тебя, как Искупителя, Господа и Бога нашего. Сергея, Сергея, благослови Александра, Александра, с кем познакомились мы, кому возвестили слово истины. Слава Тебе! Воззри на угрозу врагов, на все пакости, какие они творят. Останови их безумие и не помяни в судный день. Примири их с нами, если угодно Тебе, Господи. Посети благодетелей наши, воздай им добром всей жизни и будущей, Елену, Людмилу. Обрати Евгения, Наталью, Юрию, Надежду, Эдуарда. Посети болящих, дай силу перенести страдания и пошли мне исцеление глаза. Посети, Господи, и дай силу перенести страдания. Укрепи их, Боже всемогущий, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежду, Нину, Валентину, Валентину, Алевтину, Людмилу, Ирину и чадо ее. Ты знаешь, Господи, все страдания. И через страдания Ты приближаешь человека к себе. Слава Тебе. Благодарю Тебя за друзей и за врагов. За здоровье и за болезни. По Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, путешествующих Раису, Льва, Виктора. Да будет благословен этот день, Господи Боже наш. Сохрани наше сокровище в интернете, и книги здесь, и в пути. Все это для Господи славы Твоей да будет. И трудящихся благослови Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Ольгу, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Вячеслава, Владислава. Найди, обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Хвала Тебе, наш Иисус. Найди отступников Николая, Михаила, Александра и Юлию. Благослови Максима и помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Аллилуйя! Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, когда дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за день, когда дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас, этого блуждающего Алексея найди, Господи, обрати, устыди, и Романа избавь от духа лжи. Благослови Никиту, Виталий, дай им желание трудиться в поте лица, чтоб было еще уделять нуждающимся. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты охраняешь от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, веди ее навеки
вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя! Воздай добром всем помогавшим нам в путешествии. Благослови Николая, Виктора, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Надежду, Людмилу. Хвала Тебе! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание, одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным. И каждому дарую жилье, Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Благодарю Господа за святых ходатаев наших. Молите Бога на святые пророки Божии Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илею добрых дел, соделанных Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Молите Бога нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин, философ, Космая, Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога на святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонежский, Степан, Пермский, Серафим, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да укрепит нас Господь в святой православной вере. А замысли еретиков разрушь и развей, в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам. И сохрани, Господи, от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы и Иоанны. И прими нашу молитву, Господи, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Боже всемогущий. Умоляем Тебя, Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О, Всевышний Создатель, сохраняющий этот мир, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя!
Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро всем. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Аминь. Спасибо, Христос.